Здравствуйте. 21 декабря, 29 лунный день. Судья Адья с элементом огня, стихии пространства. День высших сил, благоприятный для ритуалов почитания огня, домашнего очага, проведения праздников, свадеб, новоселья, сходу встречи, обращаться к Найону с предложением, воздвигать священные объекты, провозглашать чин достоинства, устанавливать фундамент, изучать сакральные тексты, создавать дизайн благоприятен. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, в материальном достатке, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, обладающим способностью устранять негатив. День неблагоприятен для рубки дерева, продажи. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам змеи, синей, обезьяны. И в Илгинском Цукчундуане хорал Арун Хангал, сокрещенный Будды для защиты верующих. Маня Дуване Цуруа Юрол, Джудуане Ямандак. Будьте сильными.